достойная разделительная линия, на которой можно заезжать с двух сторон. Не бачу, что ты приезжий, зеленый еще. Для того, чтобы совершать маневры на развороты. То есть это она в основном пустая. Від кукла не скриешься, Виталька. Можно и стоит на нее заезжать. Капец, это интересное отличие. Если тебя надо повернуть налево или направо. Такого я нигде не видела. Я так смеюсь. Интересно. Саша, ты не знаешь? Мне нравится то, что деревьев много. Такая она, американская жизнь. Попугайчики. Это не может не работать. Главное, чтобы никто не выпал из машины. Я тоже бачиш, дивлюся по сторонам, дивлюся, які дома. И попугайчики. Прогаву. Подожди. Терп. Так. 645. 600. Это 50. Вот 645. Может, у него гаража не стоит. 645. Приехали. Птицы поют невероятно. Бугачики. Слышно, как поют? Зеленые-зеленые деревья. И это все 4 февраля. Спокойная американская жизнь. Ни одного американца на улице не встретишь. Все по хатам сидят. Хотя погода шикарная. 4 февраля. Весна еще не настала. Но у нас тут... Ура! Запахло жареным. Запахло жареным. И что вы празднуете, молодой человек? Мы празднуем покупку ослика. Покупку Красной Королевы. Ты, кстати, не сказал, у тебя машина самец или самка? Ослик. Из хвостика. Из мультика. Мощная як самец. А красивая як самка. Сатурн. Да. Мужик? Это ж целая эра. Сатурн. Он что, пахнет жареным? Ух ты! Так. Вон стоит наша ласточка прекрасная. А мы идем искать на запах. Ой, какой запах! Ёлки-палки! Запах! Неймовірний. Пася, що це ти грязна ходиш у нас вдома? Та вообще. Що це такое? О! Дайте кусок свинятинки. Ти должна ходити чистенько. Зачем возле шашлыка чистенькой? Ты ж на Мерседес. А вы под нашу машинку нарядились, да? У вас этот family look. Я в тренде. Я говорю, что такое ощущение, как будто я себе купил. Радость в душе, как будто себе купил.
Так а что, может и себе. Может еще не раз покатаетесь. Кофточка лычить к нашей машине. Лычить. Еще вот эта лопатка лычить тоже. Красненькая. Нахопалися від мене українських слів. Бендерівці. Бендерівці. Так і да. Зато какі. Вкусно пахнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це неймовірно. Так отак виглядить американський бекон? Ні, не бекон. А це курятинка. Бекон – це курятинка. Це сало з м'ясом. Ну тут же сало з м'ясом теж. Ну, це немножко другая пісня. А так, в принципі... Короче, это ювелирное искусство. Да, смотри, шикарно, шикарно. А запах какой. Нюхайте громче. Нюхайте. Авторская методика поджарки лука. Шеф-повара Европы и всего мира уже плачут. Они не могли догадаться до такого метода. Но у нас ничего не пропадет. У нас вообще ничего не пропадает. Мы сейчас будем жарить лучок. В борщичок. Кто там стучок? Есть хотят мексиканцы. Нет, они не мексиканцы. Афроамериканцы? Да. Местные. На запах идут, как говорится. Ну, ничего себе, вот это уровень. Вот я люблю этот момент, когда мужики повара. Это звучит очень интересно. Перевертай, все вот так вот, чтобы оно... Сегодня день X, Виталик едет за рулем по американскому дорожку, по американской дорожке. Виталик, какие у тебя ощущения? Ну, я еду как на большом грузовике. Как на грузовике? Спасибо. 8 цилиндров, да? Не, ну она... Она мощнее, чем наша? Да, это не то, что наша. Кристинка, ку-ку. Это Toyota Sequoia. Мне нравится, тут она так. А Виталик почти дальнобойщик. Да. Дальнобойщик, наверное, еще другие ощущения, когда ты сверху там сидишь. У нас хороший инструктор по вождению. Сегодня день воскресный, день чудесный. Thank you.
душа моя к тебе.